안젤리나 우리 어디 갈까? 무민 무민? 무민 보러 갈 거야? 네 무민 무민 좋아요 안젤리나? 아니요 뭐? 싫어요? 왜 보러 가 그러면? 가지 말까? 좋아요 좋아요? 이거 무민이야? 운동이 이거 무민이야? 가자. У нас хомяк переехал теперь вообще в коридор, так как на балконе ему стало холодно, а дома его держать невозможно. Если вы думаете заводить хомяка, то задумайтесь о том, что это очень-очень-очень шумное животное. О, мы подъезжаем. У нас такой концерт в машине всегда. Где-то, где-то, где-то здесь. Где-то, где-то, где-то здесь. Похоже на то. В Корее на каждой стоянке стоят вот такие люди специальные, которые вас всегда направят куда надо. И покажут вам и расскажут, если вы что-то спросите. Всем привет, скажи привет. Привет. Да ладно. Как-то здесь не очень оживленно. Я подозреваю, что мы не в какое-то не в то здание зашли. Никакими мумиями здесь и не пахнет. Конечно же, мы зашли не в то здание. Смотрите, здесь сколько зданий. И вообще не знаешь, куда идти. Но мы спросили, нас отправили, конечно. Но, как всегда, у корейцев целый город, целый город. Нет такого, чтобы ты приехал в какое-то одно здание, в которое тебе надо. Всегда это будет, черти пойми, сколько зданий. И чтобы найтись, нужно иметь IQ не меньше 150. Но у нас всегда не хватает, поэтому мы всегда ищем очень долго и усердно. Да, это еще не все. Там есть еще вон там наверху. И вон там внизу много зданий. В какое нам идти, я не представляю. Божечки мои. Сказали по лестнице спускаться, значит, может быть и внизу. Ангелина, плохо, что ты не София. Еще София уже шпарит, она все нам находит, всегда помогает. Вот. А без Софии мы как без рук. Ходим две такие иностранки. Одна иностранка, другая недоросль. Вот и ходим, ищем полдня. Наконец-то мы из этих миллиона зданий нашли то, что нам нужно. Вот видите, здесь в каждом здании идет какие-то выставки, везде разные. И мы нашли наших муми-троллей. Ура, ура! Чего? Радости полной, что ли? Вот такие билетики нам выдали. И опять очередь. Сегодня очень много народу. Так, ну пока тут вся история про муми-тролли. В смысле, это все читать надо? Что-то как-то не очень хочется. Надо фанатеть муми-троллями, чтобы это было интересно.
как всегда, я не понимаю, что люди делают на таких мероприятиях. Вот что они делают, что они рассматривают, что здесь рассматривать. Черт его знает. Мы деревни неотесанные, нам не понять, что они тут рассматривают. Я лучше могу нарисовать. Да, Ангелин? Люди такие с умным видом ходят здесь. Бомж, как интересно. Господи, это было вот так нарисовано. Какая красота. Потрясающе, невероятно. Какая живопись. Подходи, торопись, покупай живопись. Ребенок со скуки сейчас умрет. Ну что, котенок? Какой красивый дресс. Все одно, да потом выставка просто скетчей каких-то. Карандашом набросанных в основном. Или ручкой. И в виде комиксов это все нужно читать. Читайте, называется, и получаете удовольствие. Лучше бы в кино пошли. Вот такой апгрейд Мумина произошел, да? Вот такие славные мумики. Целая стена из мумиков. Что дальше? На русском языке есть. Видите? Ви Янсен. Мемуары папы Мумитролля. В России популярен, в Корее Мумитролль вообще не популярен. Сувениры – это всегда красиво. Детей, мне нравится, что детей всегда привлекают везде. И вот такое творчество. Да, рисование – это точно не наш конек. У всех детей такая красота, я смотрю. Дети, даже ровесники наши, рисуют очень-очень круто. А у нас вот так вот. Ну не всем же быть художниками, да, Ангелина? Так быстро посетивших выставку, как мы, наверное, больше не было. Мы минут 10 от силы там пробыли. Ужасно скучно! Я не знаю, кому это может нравиться. Чем больше я пытаюсь приучить себя и детей к искусству, тем больше понимаю, что это не мое. О, здесь скользко. Ангелина, иди сюда. Не мое. Вот не мое. Как можно подписаться, ходить, убивать время свое, тратить деньги и ходить смотреть на вот это, на все. Кто-то что-то нарисовал. Боже, какая прелесть. Вот такие мы деревни. Завтра пойдем на Щелкунчик и будем разочаровываться дальше. Мало ли, вдруг понравится все-таки.